сюда. Идем дальше. Ой, я же туда пришел. Подожди. Нет. Или я уже запутался. Нет, я пришел сюда. Не, я там не была еще. Плывем. Левой рукой плавай. Ух ты. Зачем вы так пугаете? Я не знаю. Такая пугливая. Так. Здесь еще у нас тут очень много железа. Здесь тоже. Так, сломалась кирка, у нас есть еще одна. Надо было и каменная все-таки взять. Это мало ли. Вдруг закончится это. Так, надо будет, мне кажется, вот понять текстур, потому что какой-то не очень красивый. Какой-то установить другой текстур. Пак. Так, откуда я? Я туда пришел, да? Это, по-моему, было. Ой. Это, по-моему, было бы еще углубление вниз. Потом мы, наверное, пойдем туда. Тут 30. Сколько там? 34, да? Я 35 блоков в высоту. Это у нас еще вниз же. Все низеры. Да, там будет лава, это точно уже будет лава. Ой-ой-ой. Фух. Что у нас тут? Что у нас тут? Какой у нас тут? У нас тут 23-й. Так. Тут ты не прыгаешь, а? Кто-то мешает, да? Мешает. Ой, это сам. Блин, я подумал, что это паук. Извини, паук. Так, а вот откуда я видел. Золото есть. Так, сюда будем наше первое золото. Да, первое единственное. Пошлите вглубь. Так, там может быть что-то есть. Сейчас посмотрим. Сейчас мы сидим. Да, еды мне мало. Это там у нас что-то есть все-таки. У нас тут заброшенная шахта. Ей-ху. Можем взять рельсы. Ой. Собачки, вы где там? Помогайте мне. Это тут. А заброшенная шахта я не очень люблю. Но нам-то повезло. Так. У нас есть данж. Я вообще не люблю данжи этих пауков. Этих проклятых, толпанутых пауков, которые тебя отравляют. Так. Там собаки, да, там собаки ходят за мной и охраняют меня. Это мало цим. Так. Собираем сейчас уже больше стака. Слушай, убирайтесь, факелы, а. Надо было. Так, все, думаю. Забираем паутины. Нам нужна шерсть. Да, нам нужна шерсть. Нам очень нужна шерсть. Так. И вот еще. Тут у нас где-то была? Нет, тут у нас нигде не было шерсти. Ну ладно. Тут соберем. Так, собачки, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете. Так, еще благодаря этому мобу я вижу, есть ли впереди какие-то мобы или нету их. Ну, я вот тут, думаю, уже вряд ли выберусь. Это будет... Хотя нет, я... Вот я открыл карту. Да, это такой, как бы, мини-мод на карту. Так, на самом деле, это никакой не мини-мод. Это я играю просто сейчас... Это не официальный Майнкрафт, а... Версия. Сервер Майнкрафта.
И вот я играю на вот эти, эти текстурпаки, вот это там. Это сервер gamai.ru. Советую эту версию, но ну, такая хорошая. Опа, сундучок. Хобби нашли эти арбузы. Хобби нашли арбузы. На тыквы. Ну, нужен мне ваш тыква. Уголь, который тоже мне не нужен. И железный слиток. Мне нужны тыквы. Ой, какие тыквы. Ой, еще один сундук. И тут у нас есть на арбуза. То, что я и хотел. Ля-ля-ля. Ой. Ой-ой-ой, где-то тут. Прям над головой. И мне показывает на карте, что... Потому что у меня очень нехорошее предчувствие. Так, если я чувствую, если я сломаю вот там это... Сейчас сломаю. О, тут вот. Нет, не тут. Ладно, шлите дальше. Так. Такс. Ну, таким собирать не будем. А это нам надо собирать, почему-то я его на себе... Ой-ой-ой. Такс, откуда я пришел? Собираем наше железо нам очень нужно, железо. Рельсы нам так не очень нужны, но это пока что они нам не очень нужны, а потом они нам... Чувствую, что пригодятся. Так, там у нас никого нету. Самое очень интересно, что у нас никого не встречается пока что на пути. Нам просто пока что везет так. Так, у нас уже сейчас кончится последний факел. Ну, тут все вижу, в принципе. Не знаю, как вы. У нас ничего нету, так надо сейчас сделать. Ой, что я сделал? Я ничего не сделал. Так надо сейчас сделать палки. А у нас уже были палки, ну ладно. Были так были. 15-60, нормально. Все, это самое главное, выбраться живым. Все, я больше не буду использовать чищество и делать. Тоже мои проблемы. Хотя, хотелось бы умереть, но... Ладно. Я ж вам клялся, значит... Клянусь, что больше не буду легче тереть. Это не читерство. Ну как бы читерство и не очень читерство. Ой-ой-ой. Так, проходим дальше. Какие-то коридоры, золото там, господи, идут. Так нехорошо ходить. Ой, собаки. Только по одному золоту, а? Такие жалкие.